Компания Флимко представляет «Отвага Дика Деринга». Я известный каскадер. Любую самую страшную опасность я встречаю с подлинной отвагой. От воды! Вы его пробовали? Ну, неважно. Главное, чтобы мне хватило отваги показать вам, что иногда мне не хватает отваги. Чёртов Дэнки! Это был Дик Деринг и его отвага. Я хотел сказать, это не я там кричал. Это там девочка какая-то проходила, как раз когда волки прибежали. Это она кричала.